странно не хотеть большего. Каждый приезжает на Олимпиаду, конечно же, за золотом. И сегодня, выходя на старт, каждая выходила бороться именно за победу. Я думаю, что меня поддержат все девчонки, но, знаете, все равно для нас, в принципе, медаль — это очень важно. Очень важно было психологически, и сейчас это классное достижение.